Ігор Конвішер – офіційний представник Крав Мага Малі, автор курсу «Дитяча безпека», суддя міжнародної категорії з ММА і фріфайту, автор книг і статей з бойових мистецтв. Стаж в єдиноборствах – 30 років, тренерський стаж – 20 років. Ну що ж, доброго ранку. Ігор Конвішер завітав до нас. Будемо говорити про дитячу самооборону. Ви, як ніхто краще, можете про це розповісти і теоретично, і практично, тому що у вас навіть є своя школа, група, да, де ви навчаєте дітей від 5, якщо я не помиляюся, років, до 14. Дитячій самообороні, я думаю, що не зайве про це поговорити і ще раз нагадати, тому що, знаєте, вивчення дитячих основ самооборони – це така насущна, скажімо, потреба нашого часу. Ще раз, для будь-якого віку дитячого. Кожна дитина має вміти правильно оборонятися. Так, от вам слово, будь ласка, з якого віку краще розпочинати навчати дитини самообороні? Я понял. Здравствуйте еще так. Раз. Да, действительно, я веду группу самообороны Крав Мага для детей, но не с 5 лет эта группа, она с 8 лет до 14, да. Ну, по ряду факторов пришлось ограничиться таким возрастом. А на самом деле, конечно же, ребенка нужно обучать самообороне, хотя бы каким-то азам, основам. Я считаю, что, в принципе, уже с 6-5 лет уже можно начинать. Конечно, должно быть больше степени в игровой форме, вот, но с 8 лет уже точно. Вот. Я уверен в этом, и жизнь подтверждает мои слова, что каждый, вне зависимости от того, ребенок либо взрослый, должен обладать какими-то начальными навыками самообороны. Угу. Знаете, готуючи до нашої зустрічі, я так по фейсбукам, да, що дорослі вважають цього приводу, і от дуже багато коментарів, що не треба навчати самообороні, що закричав, вирвався і втік, що це найкращий метод для того, щоб себе захистити. Прокоментуйте, будь ласка. Комментарий у меня был очень простой. Это позиция страуса, прячущего голову в песок. Далеко не всегда ребенок успеет закричать. Далеко не всегда ребенок сможет закричать. Далеко он не всегда сможет вырваться, а уж тем более убежать. С чего мы решили, что ребенок бегает быстрее, чем нападающий на него взрослый человек. По такой логике нужно отдать его на тренировки по легкой атлетике, а не по самообороне. Вот. Но это на самом деле совсем не так. То есть, прежде всего, необходимо ребенку предоставить комплекс знаний о том, как не попасть в конфликтную острую ситуацию и что делать, если уже в ней оказался, избежать невозможное. Так вот, Крав Мага как раз отвечает на вопрос не только, как себя защищать в случае физического нападения, а Крав Мага рассматривает всю ситуацию конфликтную от начала, вернее, до наступления этой ситуации и по ее завершению. То есть Крав Мага изучает, а то также, как не попасть в такую ситуацию, как себя в ней вести и уже только в последнюю очередь, как отбиваться физически. То есть и психологические аспекты. Конечно же. Так. Немаловажная часть процесса обучения Крав Мага – это психологическая подготовка. А чи не может быть так, что если дитину рано отдать на подготовку, она потом будет в школе показывать другим детям? Або отрабатывать свои приемы на других детях? Безусловно, может быть. А як тоді навчити її, щоб такого не було? Щоб вона знала, коли потрібно, коли навпаки не потрібно? Це також частина підготовки. Но дело в том, что, понимаете, как мы можем человеку вручить оружие, мы можем обучить человека этим оружием пользоваться. Но уже от человека зависит, как его использовать, использовать ли вообще. То есть вполне вероятно, что мы ребенка, не обязательно ребенка, мы вообще человека, взрослого человека там, или ребенка обучаем, обучаем, даем ему приемы, даем ему навыки самообороны, и он будет их применять в ситуации, когда это не существует необходимости в этом. Но, конечно же, опять же, частью тренировочного процесса является пояснение принципов использования Крав Мага. То есть, когда это допустимо, когда недопустимо. На конкретном примере. Одним из основных приемов Крав Мага, но она вообще проста, да, как угол дома Крав Мага. Одним из основных приемов является банальный удар ногой в пах. Да, и естественно, что если ребенка обучать этому удару, он будет в случае там, любого конфликта со сверстником сцепился, да, он будет тут же бить с ноги в пах. Это недопустимо, естественно. Да? Поэтому в обязательном порядке я на тренировках детям доношу, вкладываю, на каждой тренировке причем, не со случая к случаю, на каждой тренировке доношу до них мысль о том, когда можно и нужно бить в пах ногой, а когда нельзя и недопустимо. Це важливо, дійсно. Ще один з найпопулярніших запитань від батьків, навіть не знаю, як вам, зони ризику дітей. Де найбільша небезпека чатує на дітей? Там ліфти, я так зрозуміла, мається на увазі, під'їзди. От ваша думка з цього приводу. Чи небезпека вона може бути повсюди? Ну, опасність вона може бути везде, але не стоїть становитися, звісно, із-за цього параноїком. Да, достатньо просто дитину обучити тому, як вести себе в ситуаціях, де він не може контролювати окружаючу обстановку в повній мірі. Но, естественно, наиболее опасные потенциально места – это места, где отсутствует возможность маневра. То есть, понятно, что на улице, если
на оживленной людной улице подойдет к ребенку, ну, грубо говоря, маньяк, то ребенок может легко убежать, да, там, или позвать на помощь. В подъезде, в лифте, в парке это значительно усложнено. Поэтому, конечно, такие места, где отсутствует возможность маневра и отсутствует возможность обратиться за помощью к другим людям, к окружающим, к взрослым, да, то такие места потенциально опаснее, конечно. Щоб от не бути параноїком, може порадити, коли дитину варто відпускати від себе, скажімо так, кудись поїхати далі, з якого віку? Та й взагалі від школи до будинку прийти самим, тому що в мене, наприклад, дуже багато знайомих, які до 14 років проводжають, зустрічають і так далі. Тобто, як там 6-7, от коли можна відпускати дитину, чи вона завдяки, наприклад, навикам кравмаги зможе себе захистити? Понимаете как? Мы должны понимать, вообще мы изначально исходим из того, что человек, изучающий кравмага, и неважно, это взрослый ребенок, он априори слабее, меньше весит и хуже подготовлен, чем нападающий на него злоумышленник. Абсолютно так. Да. То есть мы не прививаем обучаемому мысли о том, что он становится суперменом. Из этого мы исходим. Так вот, ребенок никогда не станет по навыкам, по умениям, не станет вровень со взрослым. В силу ряда причин. В силу физического развития, в силу психологического развития. Uh-huh. То есть мы не учим спарринговать с взрослым нападающим ребенком. Мы учим максимально быстро отбиться и убежать, позвав на помощь. А во сколько отпускать, в каком возрасте уже можно отпускать ребенка? Ну, это трудный вопрос, потому что каждый родитель должен сам решать. Uh-huh. Но мы не можем опекать ребенка всю жизнь. Абсолютно мы вынуждены, да, мы вынуждены погружать его в социум. Мы вынуждены давать ему какую-то свободу для действий. Иначе, ну, ребенок может не вырасти никогда, остаться инфантилом на всю жизнь. Просто нужно думать, когда, куда его отпускать. Mm-hmm. Я полагаю, что не стоит ребенка отпускать гулять во двор или там другой район города в поздно вечером, например. Да? То есть здесь всего лишь рациональное зерно должно быть и здравое мышление человека, у которого есть ребенок. Користуватися здоровим глуздом. Звісно. Ну, наостанок нашої розмови, такий коментар, що моїй дитині достатньо фізичної підготовки, ніяких навиків не потрібно, вона втече. Ну, те, що ми казали на початку розмови, я хочу зараз розвінчати цей міф, що мають бути навики, мають бути уроки завдяки практичним. Да? Краще, знаєте, подивитися і переконатися. І коментуйте, показуйте, коментуйте, щоб батьки і діти розуміли, про що йде мова. Итак, моделюємо ситуацію. Як ми вже говорили з вами, самооборона починається не з того моменту, як на ребенка вже нападає. А еще задолго до этого. Первое, что нужно выяснить ребенок, это безопасная дистанция. Так вот, безопасная дистанция в данном случае для Сони, это будет та дистанция, на которой я не могу дотянуться до нее рукой. Угу. То есть вытяни руку, пожалуйста. То есть вот на этой дистанции, где у нее рука вытянута, для нее уже опасно. Вот для нее безопасное расстояние, это вот здесь. То есть там, где я не могу с места ее схватить. Угу. Это раз. Второе. Значит, при попытке сократить дистанцию взрослого человека, незнакомого, который потенциально представляет угрозу для ребенка, ребенок должен сделать шаг назад. При этом поднять руки для того, чтобы обеспечить возможную защиту от попытки схватить его. То есть, например, Соня будет за мной повторять, да? Мы стали полубоком, чуть шире поставили ноги. Ножки раз шире поставь, одну ногу назад, да. Повернулись полубоком и подняли руки на уровень головы. Вот таким образом. То есть вот такое положение уже обеспечивает возможность отбить руку нападающего, который пытается ребенка схватить. Это второе. То есть мы руки подняли и уже готовы защищаться. Колени чуть согнуты, стоим полубоком. Когда взрослый, неважно взрослый, нападающий просто пытается схватить, задача Сони очень проста. Отбить руку. Отбить смелее. Не оттолкнуть, именно просто вот отбить. Вот прямо ударить по руке. Да, вот таким образом. Вот, да. Сейчас сломает мне руку, будете мне потом выплачивать лечение. Давай еще раз, смелее. Отбить руку. Как бы я ни пытался схватить, да, руку просто отбросить, при этом делать шаг назад и сразу же звать на помощь. То есть, в принципе, это начальное, что должен выяснить ребенок. Как только видит незнакомого подозрительного человека, это отойти назад на безопасное для ребенка расстояние, поднять руки, да, и быть готовым к тому, что взрослый пытается схватить. Мы понимаем, что в случае конфликта взрослого со взрослым, то вполне вероятно, что это будет попытка удара. Да, ребенка бить как бы нет необходимости. Скорее всего, это будет попытка захвата. Соня молодец. Соня отбрасывает руку. Дальше. Когда взрослый подходит с непонятными намерениями, ребенку не нужно стесняться. Ребенку нужно твердо и уверенно, достаточно громким голосом произнести «не подходите ко мне». Если взрослый остановился, ну, любой вопрос можно выяснить, не подходя вплотную, правда? Если взрослый остановился, это означает, что не то чтобы опасность пропала, да, но, по крайней мере, она как-то отсрочена. Если взрослый подходит, несмотря на просьбу ребенка не подходить, это понятно, что он подходит с не очень хорошим намерением. Mm-hmm. Ну, либо он совершенно глухой. Да? Поэтому Соня, правда, нет куда шаг назад делать, ну, подойди, пожалуйста, к нему.
проснулась. Итак, подняли мы ручки, одну ногу поставили назад. Да? Я пытаюсь подойти. Что ты говоришь? Отойдите. Не подходите, да? Ну, примерно да. Так. Дальше. Попытка захвата. Самые, ну, типичные захваты, если, конечно, ребенок стоит лицом к нападающему, да? Спокойно. Это захват за плечо, захват за руку. Когда происходит попытка захвата за руку, да, пожалуйста, ручку, необходимо освобождаться в сторону большого пальца. Вот большой палец с этой стороны. Необходимо сделать вот такое движение рукой к себе, одновременно шагнув одноименной ногой. То есть Соня выдергивает левую руку и одновременно шагает, и одновременно шагает левой ногой назад. О! Нет, одну руку выдергивает. Одну руку. Вот таким образом. А теперь постарайся сама одновременно с шагом назад. Резче. Нет, не назад, не, под... не назад тянем, а вот сюда, куда я показал. Вот так сгибаем. Еще раз. Хорошо? Да. С шагом. Да. Только не упади, держи равновесие. Еще раз пробуй. О, молодец. Теперь, смотрите, возьми, пожалуйста, вот так, чтобы было видно. Возьми меня за руку. Вот так. Вот. Значит, смотрите, в сторону большого пальца мы освобождаемся одновременно с шагом назад. И свободной рукой наносим удар в запястье. И опять поднимаем руки. Пробуй. Давай я тебя. Меня в запястье ударь. И одновременно руку вне. Не шлепни, а вот туда сильно и руку выдерни. И руку выдерни. И выдерни руку. О, молодец. И руки сразу подняли. К сожалению, мы не можем сейчас рассмотреть все варианты там, защиты, да? Хотя бы какие-то начальные. Але це навыки. Дійсно, вони важливі, вони початкові, їх варто знати. Понимаете как? Надо понимать, что все-таки обучение самообороне – это процесс. Процесс достаточно длительный. Конечно же, те, кто у меня тренируется в взрослой группе или в детской группе, они с первой же тренировки получают конкретные навыки. Естественно. Да? Но нужно понимать, что за одну тренировку ты не станешь супербойцом и не научишься защищать себя во всех ситуациях. Угу. Дальше. Понятно, что у ребенка при крепком захвате, как правило... У нас с вами еще есть хвилиночка. Да-да-да. Угу. Не хватит времени для того, чтобы... Не хватит усилий для того, чтобы освободиться от захвата. Поэтому существует такой грозный, неожиданный, секретный удар ногой в пах. Так, ну давайте его продемонструем. Так? Только, пожалуйста, не бей меня, ладно? Просто покажи ногой, правой ногой. Вот ударь меня в ладонь, правой ногой. В ладонь. Сильнее, смелее. Еще. Бам. И теперь ставим ногу и резко руку выдергиваем, отходим назад. Отходим назад. Делаем шаг левой ногой. Еще раз давай от дивана. Да, правой ногой в пах. Раз. Левой ногой назад и шагаем. И выдергиваем руку. И поднимаем руки. Вот, в общем-то, все, что мы можем успеть, да. Угу. Но дело в том, что Крав Мага изначально и намеренно приемы настолько упрощены для того, чтобы мог воспользоваться любой. Угу. И мог их применить на практике. Дякуємо вам. Дякую щиро. Будемо навчатися, захищати своїх дітей. Ігор Конвішер був у нас в гостях.